Короче, показываю. Смотрите, нам нужно настроить описание. Как меня будут звать? Давайте, Адольф. Теперь нужно выбрать фотку. Так, изменить фото. А фото мне надо выбрать. Чего ржете? Какой пиздец! Ну, шалтай-болтай, ебаный, что ли, какие донаты по 23 рубля, оставь по 20. Блядь, это самый важный вопрос. Что? Бурундуки будут. Нет. Или ты лох лысый? Нет. Вот тебе, ебать, от... Разбаньте ПЖ, за что банчил. Ебать тайминг, нахуй. А, на Твиче? Не знаю, на Твиче не я даю баны. Бурундуки будут? Нет. Спасибо большое. Нормальная фотка, берем? По-моему, нормально, не? Реально заебись. Нормальная? В смысле, нет, нормальная фотография, берем. Так, надо кружок выбрать. Во, вот так. Скрытную, плотную. Анкета. Фото, а фото будет размытым. Так а чё оно повернулось-то? Чисто кто-то яйцо на столе оставил, блядь. Ну давай, ладно. Так, все, яйцо. Ой, блядь, какое яйцо? Фотка есть. Так, ссылка на социальную сеть. На Twitch, да? Давайте на Twitch. Twitch. Нет. Всем что, привет, нет? Я люблю Мелишу. Спасибо. Да, блядь, хватит с этими заявками, блядь. Сука, как отключить уведомление? Заебало уже. Так, аудиоприветствие. Короче, мне нужно записать аудиоприветствие. Какое мне записать, типа? Так, разрешить. Всем привет, ребята. Я первый раз в этой штуке, но я очень хотел бы... Какие ребята, нахуй, с женщинами знакомиться? Что может быть хуже, чем отключить Холокост и найти там яблоко? Осуждаю! Твоя мать. Почему евреи любят смотреть порно? Пошел нахуй! Го, сейчас ради интереса послушаем первый и последний трек, чтобы нет! сравнить. Нет! Так, улыбнись тут все свои, расскажи о себе. Всем привет, меня зовут Илья. Блять, я же Адольф, сука. Всем привет, меня зовут Адольф, мне 22 года, и я первый раз в этом приложении. Очень хочу с кем-нибудь познакомиться, всегда готов общаться, пишите. Блять, сука, кринж нахуй. Всем привет, меня зовут Адольф, мне 22 года, и я первый раз в этом приложении. Очень хочу с кем-нибудь познакомиться, всегда готов общаться, пишите. Блять, нормально или чё? Пиздец. Ой, какой же кринж, блять. Лысые тоже люди, да идите нахуй! Нормально? Нормально, берем. Так. Все, я свою анкету настроил. Кого мы ищем? Мы ищем женщин или пацанов сначала? Просто послушайте, нет. Короче, вот... Адольф, почему Мазел, нет? Хай. Блять, привет. Просто первое же, что я нашел. А, нет, оно обновилось. 20 лет. Ебать, 40 секунд. Чего я там записывал, блять? Итак, что могу рассказать о себе? Даня, 20 лет, живу в Москве. Учился на экономиста. Долбоёб, я тоже. Ушел, не сложились у меня эти отношения. Бля, я не могу, такой бред. Не, пошел нахуй, Даня. Илюха, 19 лет. Я не знаю, что тут говорить. Поэтому я просто оставлю это здесь. Смени фото, а то на могильный камень сфоткался будто. Блять, как мне отключить помещение? Это пиздец, они меня заебали, блять. Да я их просто обрежу, чтобы вы их не видели, потому что это пиздец какой-то, блядь. Они раздражают, я ебал. Согласитесь, раздражает, хочется свайпнуть, реально, есть такая хуйня. Реально же раздражает, пиздец. Во, вот так вот, во. Нормально? Вот так вот. Во, норм. И чат видно, и все видно. Во, нормасик. Так, бля, нахуй Илюху. Тут, короче, можно разблокировать всякую хуйню, но типа пока что можно послушать пацанов, потом уже послушать девушек. Блять, 40 секунд, нахуй они столько записывают? Здорово. Меня зовут Женя, я живу в городе Зеленоград. Это часть Москвы, которая расположена отдельно от Москвы. Тащи, ебал, как будто кто-то на картах не посмотрит, блядь. Я люблю настольные игры, обожаю кинематограф и редко отказываюсь от предложения выпить. Недавно моя коллега сказала, что пора удалить Тиндер и... Коллега сказала, удались нахуй из жизни, блядь. Стать оценивать людей по их внешности. Я давно с этим пытаюсь согласиться и пересилить себя, но что-то никак...
Бля, ебаный душнило, а пиздец. Вот. Вроде джентльмена, вроде душнило. Ладно, берем. Ты мне нравишься. Ну-ка, а женщин как можно посмотреть? Даже знакомство. О, можно фильтр поставить. Так, цель знакомства, романтика только. Нам нужны женщины. И возраст участников от 19 до... Ну, от 19, от 18 до 22, нормально, как раз мой возраст. Дарья, поехали. Очень хочется просто почавкать голосовое. Я понимаю, что на такое будут откликаться одни дебилами. Кто, бля, я дебил, нахуй? Если бы ты так сделал, я бы сразу откликнулся, бля, ебанулась. Бля. Поэтому просто ищу более-менее адекватных людей, с которыми есть о чем поговорить. Ну это я, лайк. Лайк ставлю. А как понять, что... Что при... О, мне администратор Vox что-то написал. Привет! Если у вас появятся вопросы, замечания или вы встретите баги в приложении, привет! Просто запишите в этот чат привет, голосовое сообщение. Спасибо за ставку. И мы рады видеть вас в числе пользователей Vox. Спасибо большое, солнышко. Ёбаный свет, бля. А это что такое? Привет, меня зовут Софа. Напиши мне и поболтаем. Всем... А! Там сиськи какие-то, нихуя нормально. А как добавить? Как мне написать? А вон, напишешь мне? Привет, бейба. Я популярный. Привет. Блять. Ждем, пока мне что-нибудь напишут. Так, дальше идем. Знакомство. Алло, блять, МС грузила. Че за хуйня? О, Алиса. Привет. Бля, вы чувствуете, как все кринжуют? Это пиздец такие... Привет! То есть их вообще уже, блядь, с нулевой секунды разъебывают, нахуй. Меня зовут Алиса. Здорово. Я вообще без понятия, что... Скучная, пошла нахуй сразу. Поняла, что... Бля, 50... Чё-чё? Бля, 50 секунд. Мне всегда очень сложно выбирать, что же о себе рассказать. 50 секунд! Тебя, кажется, как-то сразу так много информации, всю ее не выдашь. А что нужно сказать сначала? В общем, все сложно, ничего не понятно. Пошла нахуй. Не, подожди, мне отсмените описание. Я какую-то хуйню наговорил, так со мной никто встречаться не будет. Всем привет, меня зовут Адольф, мне 22. Нет, ну надо поменять. Заново. Привет, меня зовут Адольф, и я занимаюсь рэпом. Я очень популярный, у меня достаточно много треков, и я несколько раз давал концерты. Если ты хочешь, ну, присоединиться к моей популярности и стать таким же, как я, то обязательно поставь лайк и напиши мне. Пиздец. Привет, меня зовут Адольф, и я занимаюсь рэпом. Я очень популярный, у меня достаточно много треков, и я несколько раз давал концерты. Если ты хочешь, ну, присоединиться к моей популярности и стать таким же, как я, то обязательно поставь лайк. Надо лайкать, надо лайкать всех, блядь, я еблан. Все, Настя, я поставил. О, ты ответила. А, блядь, сука. Нет, это я ответил. Хуйня. О, спасибо большое, Минул, за 100 битсов. Давай, Софа. Всем привет. Новая шутка. В семье гонщиков случилось горе. Отца по кругу пустили. Ха-ха-ха-ха, много ев и удачного стрима. Спасибо большое. Спасибо за 23. Ебать! Уу! Ебать, спасибо огромное. Нихуя себе, блядь. Ебать, косарик, спасибо огромное. Ди. Нет. Спасибо большое за 1000 рублей. Спасибо огромное. Ебать! Спасибо. Ну давай, ёпта. София, блядь. Ладно, похуй. Подоверюсь ей. Что, привет, круто, что ты... Здорово, ёпта. Меня зовут Женя, я из Москвы. О! Я учусь на диджитал-дизайнера. Кого, блядь, территория рэпа, я не услышал, блядь. Мастерское настроение, чё, блядь? Что, привет, круто, что ты зашёл. Меня зовут Женя, я из Москвы. Я учусь на диджитал-дизайнера. Кого, блядь? Какая территория, блядь? Немножко рисую. Большую часть времени люблю читать. Рэп? Люблю планировать путешествия. Чё она сказала, блядь? Планировать падежи, блядь? Это... Блядь, я вообще не понимаю нихуя. Планировать падежи, блядь, заготавливать наречия. Ебанутая какая. Обожаю собак безумно. О, тогда мы подходим друг другу. Иногда хожу волонтерить. Ну что, еще много чего можно сказать, конечно. Нет. Адольф, ты ешь, говори, что ты написал. Книжку все сразу поймут. Хорошо, спасибо. Спасибо, Джорман, за 23. И спасибо, Фарти, за сапку. Ну нормально, ладно, пойдет. Ксения. Привет. Меня зовут Ксюша. Мне 20. Не сантиметров, а лет. Что?
какой трафарет, блядь? Учусь в Москве. Ну, я живу тоже. На жопу тоже? Блядь, я не понимаю, что она говорит. Что у них, блядь, с дикцией, нахуй? На жопу тоже, блядь, трафарет какой-то. Предлагаю сходить погулять. О! Провести время весело. Да, давай, все. На данной трансляции мы можем наблюдать московского маньяка, ищущего своих жертв. Чё ты пиздишь? Это мужчина еврей. Нет. Чё ты пиздишь, блядь? Какого? Вот правильно, нет. 23 рубля. У тебя что, жизнь дома подорожала? Я... налоги надо платить, спасибо, лысый. Дорого жить стало нынче. Налоги надо платить, надо вот все делать, типа. Все дорого, дорого все. Спасибо еще, Бэбрик, за 23. О, спасибо за сапку, Люмайт. Так, 21 год. Привет, меня зовут Здорово. Карина, мне 21 год, и я из Москвы. Давай поболтаем. А можно чем-нибудь пооригинальнее, блядь? 18 лет. Минута, ты чё ебанулась? Блин, я только сейчас поняла, что нужно, блин, было записывать вокс для... Блин, я ебал! Аудиоприветствие, ё-моё. Ё-моё, бля, ёбаный свет, бля. Я уже записывала воксы в... Кого, бля, пошла нахуй? Так, подожди, может, пацаны поинтереснее будут? Тут что-то какие-то девушки, блядь? Нет. Не грустно. Чё, нет? Еблан, ты нахуй. А, о, без разницы. Я не скипаю, я сердечко жму. Видишь? А, нет. Блядь, я ебал не в ту сторону свайп делаю, блядь! Сука. Привет, я Тай, открыта для новых знакомств, и это приложение для меня такое... Ебать у него голос. Ну, первый эксперимент такого именно формата. Мне было бы интересно пообщаться. Блин, нормально. Привет, сюда. Это... Ада, блядь. О, спасибо, Сапку. Привет, я Ада. Здорово. Что касательно моих увлечений, я... Ебать, деловая колбаса, блядь. Рисую. Что касаемо данной ситуации... Читаю. Обожаю петь. Приложение называется Vox. Вы можете тоже, кстати, в нем зарегаться. Сейчас покажу. Во, Вокс, вы можете тоже в нем зарегаться, там какие-то приколы, ну типа, блять, вы можете в голосовую какую-нибудь хуйню записывать, типа, знаете, там этот, вас воля три, ну вот эту хуйню, блять. Привет, я... Давай поболтаем. Бля, я не туда свайпнул. Привет, Шайни, давай. Всем приветики, меня зовут Ира, мне... В школе, слышишь? 20 лет, вообще родом я из города Архангельска, сейчас живу в Москве, очень люблю общаться и очень разносторонняя личность, так что гоу, пообщаемся. Погнали, бля, она на кухне стоит, ебать, молодец. Да, бля, почему никто не ответил? О, новые пары! Что это? Это... О, это меня лайкнули! Ну-ка, стоять! Так, сейчас всем премиум привет. Куплю. Хочу поздравить вас всех с этим знаменательным днем, с этим замечательным праздником. Сейчас я премиум куплю, секунду. Желаю всем счастливого Холокоста. О, на 7 дней! Чтобы иди все... нахуй! Осуждаю, блядь, еблан. Все, нормально, сейчас пойдет. За неделю на недельку премиум себе купил, сейчас, блядь, все будет. Отправлять персональные ответы один раз в 12 часов. В смысле? А как мы общаться будем? Что это? Бля, фристайл, да похуй на него. В следующий раз. Спасибо. Я просто лучше сапки вам подарю. Ебать, нихуя себе! А! У меня донатов до жопы. Знакомлюсь с именем Илюша, Адольф. Хай, как съездил на вакуум. Здорово, отлично, вот так. Как вот. Сам. Прическа, заебись. Кстати, супер. Сам спасибо. Начал коротко стричься, это просто кайф. Согласен нет. Полностью. Я умираю. А что, с него нахуй. Нет. Он такой смешнявый. Чат, спасите меня. Я пил чай и за смехом мне кипяток нос попал. Ёбаный рэпер жизни лишает. Люди, опросов больше не будет. Шарят, что будет теперь. Нет. Давай твою маму найдем. Поставь 40+. Пошел нахуй! Мудак, блядь. Так, вот кто меня лайкнул. Ну-ка, слушаем. Я не понял, блядь. Я за что деньги заплатил? Ну, куда я перезайду? Что за хуйня, блядь? Я только что заплатил свои деньги. Алло! Чаты? Нет. Ебутся, как то два клоуна, проходит чат. О, заработало! И один другому говорит, что-то не смешно нихуя. А я люблю Лизу Попову. Попову. Поехали. Блядь, что ты как... А, во. Ну-ка, это те, кто меня лайкнул, ребята. Поехали, смотрим. Привет, меня зовут Коля. Иди нахуй! И
Я смотрю Илью Мазилову. Блин, долбоёб ебаный! Модерку. Пошёл нахуй! Драгонил лох. Блядь, на... ну, блядь, пошёл в пизду. Привет. О! Я верю в чудеса и хочу поехать в кругосветное путешествие. Расскажи мне, о чём ты мечтаешь? Да я тебе денег, блядь, заебусь давать! Ну ладно, давай сейчас. А как мне, блядь, ответить? А, во. Так, чат, помогайте. Чё мне ей сказать, блядь? Сейчас. Привет. Слушай, на самом деле я мечтаю не... Ну, не... Блядь! Привет. Слушай, на самом деле я мечтаю не... Да... Сука, чё так сложно, блядь? Так, всё, тихо. Привет. Слушай, на самом деле то, о чём я... Привет, слушай, на самом деле я уже ни о чем не мечтаю, потому что у меня в целом уже все есть. Я нашел тебя, и я готов отправиться с тобой в любое кругосветное путешествие. Только единственная проблема, понимаешь, у меня не так много денег, поэтому, если что, мы будем скидываться напополам. Я думаю, что в отношениях так и должны люди делать, правильно? А? Хорошо. Попалась на крючок, сука. Так, дальше. О, еще одна новая пара. Всем привет. Меня зовут Саша, я эдитор канала «Мастерское настроение». Бля, я ебал в рот, вы долбоёбы, что ли? Дайте, блядь, пару нормально собрать, чё вы делаете, блядь? Пиздец. Издевательство. Ну ладно, лайк, похуй. Бля, ещё лайкнули. А, нет, всё, блядь. О, новое сообщение от Коли. А. Ты знаешь, я... Бля, иди нахуй. Зашла на твой твич, а у тебя тут 2700 зрителей. Блин, дай модерку, пожалуйста. Иди, блядь, иди в пизду. Как его заблокировать, знаешь, блядь? Я зашла на твой твич, а у тебя нахуй тут 2700 зрителей. Всё, иди нахуй. Гофли чё, нет? Стайл в голосовое. Кстати, в натуре сейчас. Слушай, я не знаю, видела ли ты мою анкету, но я занимаюсь рэпом, поэтому... Блядь, сейчас нет, мне надо как-то бит включить. Да, блядь, как отменить? Как мне бит включить? Лёха! Дай, пожалуйста, свой телефон по-быстренькому! Срочно, срочно, Лёх! Тут рыбка срывается с крючка! Телефон, пожалуйста, дай свой, срочно! Спасибо. Так, мне нужен YouTube. Где у тебя YouTube? Снизу. Сейчас. Бит для фристайла. А ты можешь выйти, потому что я стесняться буду? Нет. Пожалуйста. Я хочу слушать. Какой зовут, Юля? Нет. Тиктокеры ловят идею. Сделайте тикток с мелодией скалы, но вместо скалы вставьте Мазилова с перемоткой X3. Да чё, блядь, не надо. Нет. Чё нет? После Наташи Генсухи фигура будет посерьёзнее, но в целом суть будет одна. Понял, спасибо. Так. Юля, помнишь, я говорил, что я занимаюсь рэпом? В общем, я только что, ну, вдохновился твоей фигурой и написал для тебя рэп. Ля-ля-ля. Е, Юля, ты крутая, давай полюбим. Мы с тобою друг друга. Нихуя ты шлюха. Внимание, плотный чат. Бля, подожди. Юля, помнишь, я говорил, что я занимаюсь рэпом? В общем, я только что, ну, вдохновился твоей фигурой и написал для тебя рэп. Модераторы сейчас проспали ответ от одного долбоеба. Юля, не заходите туда, ты крутая, давай полюбим. Мы с тобою друг друга. Нихуя ты шлюха. Отправить. Да, она не читает пока что, надеюсь, прочитает. Спасибо большое, Леш, все. Спасибо огромное. Нет. Чё, нет? Я, кстати, только догадался. Лысый, ой, блядь. Ты очень похож на еврея. Да хватит! Самое странное то, что ты очень любишь кидать плотные, твое настоящее. Я надеюсь, она полюбит. Жду объяснения. Осуждаю, блядь, хуй. Хватит, ребят, хватит такие донаты кидать. Так, чё там новенькое? Ваши лайки. Ну-ка. Не бачу, блядь, не грузят нихуя. Блядь. Бля, такая имба, как по мне, это пиздец. Да давай, сука, ёбаная.
Новые пары. О! Привет, Илюша Мазелов. Привет. Твари! Сука, пизда тебе. Пошла нахуй! Пошла нахуй! На, блядь, забирай нахуй. Охуели, блядь. Подожди, а что если реально поставить фильтр, типа возраст большой? Стоп, а нахуй я ограничиваю возраст? Нужно возраст не ограничивать вообще. Пускай любого возраста мне дают. Что за хуйня? Реально. Пускай мне любого возраста дают. О, Ника, пожалуйста. Уля какая. Всем привет. Привет. Ищу работу или подработку. Чего, блядь? Какую, блядь, работу? Ёбаный в рот. Ручка дизайнера. Верстальщика. Ай, блядь. Фотографа. Фотографа, блядь, там, в любую хуйню. Или же художника-иллюстратора. Ой, блядь. А чего пишете бан? Что случилось? Бля, какой пиздец. Ну а шо? А вдруг? Устала уже. Че, берем такую? Мне нравится. Нет. Нормально. Илюша, ты почему нет? Это я, Юля, и мне очень обидно, что ты называешь меня шлюхой, потому что я элитная эскортница, и это другое. Понял, спасибо. Бля, администрации можно? Можно администрации написать. Какой пенис, девочка будет твоя. Блядь, мне нужно... Лёш, дай телефон! Лёш! Дай телефон, пожалуйста! Сейчас администрации рэпа навалим. Бля, Лёх, дай, пожалуйста, телефон. Сейчас админы заходят такие. Чё за хуйня? А можно я телефон твой у себя оставлю пока? Потому что я сейчас буду ещё кормить, наверное. А, здорово, нет? Братишка. Спасибо. Как же ты плотная всем нашим. Нормально, чеков, здорово. Братуха. Кстати, заебись. Меня из художки выгнали. Ну блядь. Ничего, чем уж завтра опять потусим. Пусть идёт. Счастливого. Да хватит, осуждаю, да хватит, блядь, осуждаю. Нет. Харе, блядь. Здоров, а 30 сейчас поставлю. Ты такой красивый. Здорово. Сегодня. Випку. Нет. Спасибо. Здорово, здорово, администрация. Это рэп про ваше приложение. Е-е-е. Администрация. Ищу девчонку, у кого пизда целая. Я залетел на биты в приложуху. Ищу девчонку или ищу себе потаскуху. У вас очень пиздатые девчонки в приложении. Спасибо, они вообще не вызывают отторжения. Вау, у вас такие крутые девахи здесь. Я в ахуе, хотя уже в большой пизде. Администрация, вы классные. И не впускайте в приложение тупых... осуждаю. Нормально, Чикаг? Ну-ка, давай. Здорово, администрация. Администрация, блядь. Блядь, блядь, они охуеют сейчас. Ищу девчонку, у кого пизда целая. Я залетел на биты в приложуху. Ищу девчонку или ищу себе потаскуху. У вас очень пиздатые девчонки в приложении. Спасибо, они вообще не вызывают отторжения. Вау, у вас такие крутые девахи здесь. Я в ахуе, хотя уже в большой, большой пизде. Пизде. Администрация, и не впускайте в приложение тупых. О, блядь, осуждаю. Наши серверы не выдерживают веса твоей мамы. Очень смешно, администрация, блядь. Я вам только написал. Ляку, Илья и чатик. Здорово, ёжик. Бля, ебать имба, нахуй. Надеюсь, ответят. Ебать, 6 лайков. Шутка от моего лица. Давай. В семье Семян случилось горе. Отца посадили. Ха-ха-ха-ха. Ладно, спасибо. Так, мне ответил кто-то. Блин, идите нахуй! Охуел! Бля, девчонки, ебанулись, блядь, идите нахуй. Ой, я могу записать сторис. О, могу в топ попасть один раз на 12, из 12 часов. А что мне? А как мне запостить что-то в сторис? Привет, меня зовут Адольф, и я занимаюсь рэпом. Я очень популярный. Бля, короче, меня видят все сейчас. Ну, присоединиться к моей популярности. Блядь, нахуй я это сделал? Сейчас мне все писать будут. Ебать, сколько заявок, ну-ка. Пошел нахуй. Ну, блядь, неудобно нажимать. Что за приложение дебильное, блядь? Привет, я Юля.
21, я из Москвы. Я люблю путешествовать и кушать кириешки. Да, вот так вот. Поэтому иди нахуй, Юля! Кириешки. Нет, такую не хочу. Такую мне не надо, мне нормальную только. Здорово. Блядь, да что за хуйня? Где девочки? Стоп, опять назад. Что? У тебя очень красивый... Гандон! Бля, спасибо большое, Лилико за 23. Гандон, блядь! Блядь, пошел нахуй. Привет, меня зовут Филя. И я готов подрабатывать и блядь, быть нет. твоим рабом. Осуждаю, да, блядь, иди нахуй. Реальный пацан. Нюхаю да, бэбру. Да, блядь, где нормальные девочки? Здорово, если твоя мать прилетел трактор, могу помочь тебе. Блядь, ни одной девочки вообще, одни пацаны, блядь. Давай лайк, такой мне нравится. Блядь, ну нахуй, Мишка Фредди заявку в друзья кинул, пошел в пизду. Блядь, я испугался. Спасибо за 50. Так, вы хотите фильтр от 30 лет? Давайте от 29, да? Мария, 30 лет! О, блядь, нихуя, здрасте. Если сейчас чью-то мать случайно найду, не это. Так, пройдемся немного по фактам. Нихуя, батл рэп, блядь, начался. Так, все, по фактам раскидаю тебе, слышь, бля, малой нахуй. Короче, бля, рассказывай. Мой голос не прокуренный и уж тем более не пропитый. Значит, прокуренный и пропитый, это дефолт. Я плюс сайз или полный. Кто, блядь? Так, пройдемся немного по сайз? Фактам. Мой голос не... Язык фактов, блядь, выбрал. Прокуренный и уж тем более не пропитый. Я плюс сайз или полненькая, пухленькая. И, ребят, не зовите меня Милфой. В смысле? А как тогда звать? Ну ладно, берем, блядь, берем, такое мне надо. Эвелина, 35, пожалуйста. Прошу вас в студию. Какой большой. Хочу тебя. Чё, блядь? Чё за хуйня? Бля, короче, чекайте, чат, чекайте. У меня этот формат по-любому кто-то спиздит, отвечаю, блядь. И у этого чела будет онлайн 1015, блядь, на этой хуйне. И все будут писать, блин, ты такой крутой формат придумал, молодец. Пиздец, блядь. Ладно, берем. О, Олег, 36. Привет, меня зовут Олег. Я... блядь, чей батя, нахуй. Ты спиздил Shadow Кека? А Shadow Кек такое разве делал? Shadow Кек делал с голосовыми? Я не уверен, я ни разу не видел, чтобы кто-то с голосовыми делал вообще. С голосовыми, по-моему, вообще никто не делал. Он делал с Тиндером, я знаю, что Тиндер делал. Арт-фотограф, живую работаю в городе Москва. Всем привет, меня зовут Адельф, про фамилию умалчиваю. Я патриот своей страны, очень хочу стать политическим деятелем своей любимой стране. Заставить мальчика дрочить, не дрочить. Хочу завоевать весь мир, и мне нужна ваша поддержка. Люблю. Блять, Адольф, ты все сможешь. Нет. Ветер веет с юга, и луна взошла. Что же ты, мама, ночью не пришла? Не пришла ты ночью, не пришла ты днем. Думаешь, мы дрочим? Нет, других идем. Понял. Хотелось бы найти интересных людей для... разностороннего общения и, возможно, близкого человека. Да. Бля, он как Глатвалакас. В конце. Да, да, я, блядь. Не, Олежа, не надо, ты не по пути. О, Светлана. Здравствуйте, Светлана. Я очень добрый. Ебать. Я очень добрый, отзывчивый человек, веселый. В свободное время читаю книги. А? Сейчас в поисках работы. Надеюсь, что ее найду. Бля! Ебать библиотом. Бля, надеюсь, он найдет работу. Ебать грустно что-то, пиздец.
Прям садги полный. Бля, надеюсь, он найдет работу. Ну реально. Ой, еще одна Светлана, блядь. Прям грустненько что-то стало. Если ты умный, адекватный, нетоксичный и знаешь хоть какие-то фразы в этой жизни, кроме при... Кроме что? Как дела, как настроение, что делаешь, буду ждать тебя в личных сообщениях. Давай, я готов. Я нетоксичный, я очень уважительный. Так, подожди секунду, Евгения. Тут у меня накопилось, походу, в контактах что-то. Бля, что с интернетом, нахуй? Давай, ЛТЕ. Алло, ёпта, приложение, блядь. Интересно, мне администрация ответит сегодня? Алло, администрация, здравствуйте. Блядь, что с инетом, нахуй? Подожди, у меня инет не работает. Остановить повтор, ща. А чё, блядь, такое, нахуй? Показывает, что уже транслирует. А может, это пробная версия закончилась? Чё, бан? Да нет, это не в приложении бан, это lonely screen. Это не имеет отношения к приложению. Сейчас я приложение перезапущу, секунду. Бля, ну это имба, пиздец, не? Это же вообще, это пиздец имба, блядь. Просто ёбнутая имба. Блядь, просто, я не знаю, это пиздец какой-то, блядь. Да чё такое, блядь? А, вот, заработало. Найс. Во! Нормально все. Ой, бля, какой пиздец это просто, блядь. Так, чаты. Бля, ну не могли меня забанить, я же могу слушать их. И профиль мой показывается. Во! Ой, Мотя Пампушич. Привет, Илюша. Это здорово. Это Мотя 542. Кто? Мы расстаемся, я уже устал от изменений. Старик онлайн, мой кирешка поднялся. Да это забейте, это когда приложение офф, у меня будет 1000 опять. Нет. Когда Вова подрубит, у меня будет 1000, забейте. Я так и не знала, как заставить мальчика дрочить и дрочить. Я ей все батлы повыдергиваю. Да никак, спокойно берешь и дрочишь. Напиши и не звони больше. Блять, сейчас у меня... Я вспотел, пиздец, нахуй. По скрипту, ищем больше надежду. Больше не твой дядя 542. Ищем надежду, блять. Сейчас найдем. Так, Мотя. Илюш, приветик. Я видела, пошел. Что ты ищешь девочку. Ты иди нахуй, кринж, блядь. Мракобес, ебать. Адольф, привет. Давно... Искал себе парня с таким экзотическим именем. Давай, пацан. Иван, это мое имя, блядь. Адольф, привет. Давно искал себе парня с таким экзотическим именем. Блядь, пацан рофловый. Наташа. Опять рыгаешь, блядь. А почта меня нахуй посылаешь, у меня вообще-то день рождения. Спасибо, Шейдлин. Серьёзно? Сегодня, а вот ты так жестоко со мной, капец, я в шоке. Илья, я стоял на кассе в наушниках, когда ты зачитал тот реп про Юлю. Сука, я заржал на весь магаз нахуй, на меня люди как на долбаеба смотрели, блядь. Привет. Спасибо большое, Святой Камень, спасибо, Динослиз, за сапку. Наташа, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья, успеха, чтобы у тебя всегда все было хорошо. Так, у меня есть куча заявок, посмотрим, что там. Понятно. Это Мухаджан, блядь? Нет, это Антон. Стоп. Что? Опять стояк? Опять назад? Назад? Что назад? Иди нахуй. Блядь, в этом администрация приложения сейчас в ахуе. Они эти голосовые просматривают, такие, что за пиздец происходит, блядь? Плотная всем нашим. Осуждаю. Иди нахуй, долбоёб ебаный. Осуждаю тебя, конченый, блядь. Еблан, блядь. Администрация, забаньте его нахуй. День рождения, 15 лет, я свою душу ебал. Рассказывает нам, блядь, про этих, дорога про... Дала, про недры огненные, блядь. Иди нахуй. Хуй. Долбоёб. Нет. Ты можешь забрать в моём ты подвале. Всем приходи скорее. Чё? Хочу выебать тебя в анал. Что, блядь? Спасибо. Охуенная песня звучит специально для пацанов. Ну нормально, ладно. А-а-а, осуждаю! Долбоёб, сука, иди нахуй. Привет, я Оля, мне 40. Мечтаю выйти замуж за немца. Я трансгендер и в прошлом... Не надо.
Все, не хочу, спасибо. Фанат Мазелова 76. Мазелов, выдай мне сапку в чате. Иди нахуй! Блять. У меня аватарка пуджа, блядь. Ща. Две Ай, Стиви, 89. Иди нахуй! Ладно, лайк. Секрет 30. Блять, меня он писал в ЛС, я помню. Оля 41, во. Фруктоска? Привет, я Оля, мне... Блять, иди нахуй! Виола, бля, масло. Так оказывается, нельзя записывать маты, ибо это ранит душу русских пацанов. Но окей. Что, блядь? Чего? Ладно, лайк. Каких русских пацанов, блядь, что ты несешь нахуй? Ксения! Ищу человек для серьезных отношений. Кедры, ананасы. Ну, тоже как вариант. Спасибо, Люмит, за 32. Шейдлин, спасибо. Сколько раз ты сказал Шейдлин? Не знаю, спасибо большое за 50. Ну. А где? Блять! Че за хуйня, блять? Сегодня в 19.58 по МСК Илья Мазелов вспотел. Было, было. Че за хуйня, алло, блядь? Походу, блядь, приложение не одобряет меня. Девочка не знала, что я ебал. Забудем, блядь, об этом. Пожалуй. Блядь, нет. Я что-то нажал, и тут что-то выскочило, Магика, блядь. Ты еблан. А! Из-за того, что ты слил голые фотки, баявл ее на Твиче забанили. Чего, блядь? Кстати, да. Поздравляю с 3К онлайна на соло-стриме. Спасибо большое, спасибо. Спасибо огромное, ребят. Это не моя заслуга, это ваша заслуга, кстати. Спасибо вам за это огромное, за то, что смотрите. Главное, фоллоу нажимайте, и это будет вообще заебись. Нет. Здравствуйте. Чё нет? Адольф, мы заметили Здорово. Ваше сообщение, видим в вас очень перспективную личность. У нас есть свободная вакансия. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Насчет вакансии. С чем? Это дворник, блядь. Чего, блядь? Я ничего не понял, спасибо. Так, фанат Мазел. Не, пошел нахуй. Мотя, блядь, тоже уже был. Новые пары. Бля, ну хоть одна девочка будет сегодня, нет? Да, блядь! Я осуждаю! Осуждаю, блядь! Да хватит! Осуждаю, блядь! Песня какая-то дурацкая была, блядь. Плотное яйцо. Осуждаю песню. Почему она не скипалась, блядь? Осуждаю какую-то песню дурацкую, нахуй. Пиздец, блядь. Ой, жарко, блядь. Так. 3 лайка. Бля, опять ты нахуй. Стоп. Что? Опять стояк, опять назад, назад. Блядь, иди нахуй. Да, блядь! Ну, блядь, ну ни одного лайка нормально. Ни одна... О! Всем привет. Ну, блядь, ну хоть ты, блядь. Я хочу хоть с кем-то пообщаться. Привет. Всем привет. Да, да, здорово, здорово, да. Ни одна меня не пишет, почему, блядь? Илья, 80 лет, что за хуйня? Я помню пенис большой. Я помню пенис большой. Я помню пенис большой. Ой, все, кто ковер, ребят, ББ? Блядь, ну ладно, лайк. Плотная братская. Привет, Алла, 30. Меня здорово. Зовут Алла. Я о, наконец-то. Доставка фолловеров у Кирьешки. Добить надо. Есть такое дело. Спасибо за 50. Я новичок в этом приложении, но потихонечку разбираюсь. Открыто для приятного общения. Давай. А для плотного общения открыто? Блядь, а привет. Как мне... Что? Я это... Всем пока. Всем... Откуда это? Ничего, человек. Откуда это? Откуда это выскочило, блядь? О, Мебро, спасибо большое за рейд, здорово. Блять, откуда это вы... Блин, ни одной пары нет, пиздец. Блять. Ну, Юля, ну ты хоть ответь, блять. Я для чего фристайлил? Юля, помнишь, я говорил, что я занимаюсь рэпом? В общем, я только что, ну, вдохновился твоей фигурой. Чё она не отвечает мне, блять? Я написала для тебя рэп. Ля-ля. Алло, Юленька. Е, Юля. Ты крутая. Давай полюбим. Мы с тобой.
Заебал. Скучно. Чё? Поставь возраст 60+, и спой какой-нибудь бабуль Вайлоуа в пении. Но если вам это скучно, ребят, больше я вам уже ничего показать не смогу. Извините, блядь. Можно администр... Блядь, они прочитали, сука. А чё ничего не ответили, блядь? Ой, громко, блядь. Не берет что-то. Почему, блядь? Не понял. Не понял, блядь. Кто нахуй? Привет, меня зовут Лера. И если ты хочешь вернуть отношения со мной, дай мудрику Коле шоу в чате. Блять, долбоёбы ебаные. Евгения. О, взаимно! О, кто это? Блять, это Лера Смородина, сука, иди нахуй, блядь. Ну не в смысле Лера, а в смысле вот в приложении, блядь. Сука, я подумал, что у меня симпатия с кем-то совпала, блядь. Привет, я Женя. Здорово. Шеф-повар от Бога. Ого, блядь. Мама принцессы. Ого. И могу связать любого. Чего, блядь, в смысле связать нахуй? Осуждаю, блядь. Кого ты связывать собралась? Осуждаю нахуй. Связной, блядь. Че за хуйня, блядь. Бля, ну свяжи меня, я не знаю. Раменский городской округ, Ксения. Это Лерон Барон, я. В жопе гандон, обожаю такой рыбак для соседа. Он не любит мой тупой тупак. Обосрал штаны, мне мать сказала, брата, ты нахуй иди. Мне говорят, бро, зачем это читаешь своров? Я говорю, что я читаю только ёбаный брин. Нет. Пизда. Блядь. Бля. Бля, серьёзные отношения. Начало общались нормально. Да давай, давай, ёпта. О. Привет. Иди нахуй. Аннет. Да блядь. Всем привет, я тут новенькая, поэтому Таро. Давайте общаться. Чё за хуйня? Всем привет, я тут новенькая, поэтому давайте общаться. Пока успела посмотреть несколько анкет и поняла, что здесь тренд на переделывание своего голоса в более томный. Вот. Нихуя не понял, чё, блядь, чё... Ой, бля, Магомед 54. Я оф... Что? Не люблю девочки, не люблю мальчики. Я люблю деньги, у меня очень много деньги есть. Я каждый день стриптиз-клуб, клуб начну. Бля, не, Магомеда не надо мне, блядь. Ю, 31. Всем привет. Меня зовут Юля. Бля, прикиньте, реально же люди знакомятся через это приложение, блядь. Реально люди заходят в приложение, сидят, типа ищут себе кого-то, общаются, блядь. Ну типа пытаются, по крайней мере, пиздец. Вот, блядь, ну вообще вот все эти тиндеры, вся эта... Это ж пиздец хуйня, нет? Это ж вообще полная залупонь, блядь. Ну просто ёбнутая. Лера Смородина, новое сообщение. Чё тебе надо? Уже болят, еблан. Я помню пенис. Блять, иди нахуй. Мама Моти, ой. Привет, Илюша. Ты меня скипнул тогда, и поэтому я вынуждена сделать это. Теперь это на твоей совести. Нет. И камнем в ней крыша дома. Спасибо, Жолота, сейчас прочитаю, спасибо за 23. Осуждаю, мама Моти, блядь. Гува СТР, заебал. Спасибо, Мариснас. Да я так не могу сразу, спасибо. Так, ну и что там записал вот мне? Ты ищешь себе девочку, а нас тут целых три. Привет. Как обычно. Бля, полный woman moment, блядь, это пиздец. Не-не, девчонки, давайте идите, блядь, за сухариками, нахуй, в магазин. Во, хоть раз, ну хоть одна девочка будет нормальная здесь. Блядь, иди нахуй!
Эй, ты, Адольф, мист... Да, блядь, ну сколько можно? Ну где, блядь, где люди вообще? Где девочки? Ульяна, 54. Они под диджейскую стойку срочно требуется минечица. Блядь, Аня, 30 лет. Нет, стоп, надо поставить фильтр на молодых тоже, а то вообще, блядь, никто не попадается, блядь. Внимание. Чё за клип? Под диджейскую стойку срочно требуется минечица. А чё вы осуждаете? Я узнал, что мой парикмахер, у которого я стригусь, я приехал в другую точку, и он там работает. Я такой, охуенно. Я теперь в натуре гей. Слушайте, вот так надо стричься. Передайте Мазелову, блядь, что можно стричься нормально, а не как... Передайте братишкину, что можно делать нормальный контент, а не душную хуйню. Пау, пау, пау! На нахуй, блядь. Пу! Пошел нахуй. На мою прическу, блядь, позарился. Мне похуй на прическу. Дело не в прическе, ребята. Плюс кик. Да, блядь, ну это просто ответка, чё? Бля, пизда мне. Меня не кикнут. Я полезен. Я за 89-й до конца, блядь. Я полезный, меня не кикнут. Как яйцо ебаное, блядь. 500 рублей за это отдал. Он 2000 за свое яйцо отдал. Чувствуете разницу? Блядь, что такого в моем яйце? Чё тебе не нравится, блядь? Нормальное яйцо. У меня даже девочки тут есть. Смотри, сколько. Привет, меня зовут Хиллари. Я очень люблю смотреть Спанч Боба и сжигать евреев. Осуждаю, ебанутая, что ли, блядь? Это что за игру ты играешь, блядь? В Call of Duty? Осуждаю нахуй, ебанутая, блядь. Пошла нахуй. Осуждаю, блядь. Бан сразу. Почему мне модерация не отвечает, блядь? Ебанутый, нахуй вы это делаете, блядь? А, привет. Мне все говорят, что мой голос не похож на чей-то другой. Что за музыка, блядь? Вот, пиши. Блядь, ты ебанутый? Ладно, давай, похуй. О, Алиса! О, ля-ля, какая девочка. Привет, я хочу найти друга, я не ищу отношений. Пошла нахуй. Всем привет и здорово. Хорошего настроения. Буду рада пообщаться именно спасибо. С тобой. Да-да-да. Со мной? Ты не ослышался. Реально? Пиши мне, узнаешь меня поближе. Давай. А чем мне никто не отвечает, блядь? Да не с вами, со мной, блядь, вы-то чё? Она мне сказала. Не вам, а мне. Она мне говорила, не вам. О, вот, люди вроде подошли, так. Вливёрстые, обгорелые фури. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Блядь. Ну это ладно, это нормально, это очень уважительно. О, какая-то девочка. Негр, пидор, не... Осуждаю, долбоёб, блядь, да вы заебали, нахуй вы это делаете, блядь? Осуждаю, ебланы, нахуй вы это делаете, блядь? Пиздец, запреток уже тонну поймал, пизда мне нахуй. Долбоёбы ебаные. Конченый, блядь, урод. Резишь палы, кирпичи в тебя летит, струя мочи. Мне, если хочешь, подрочи, если не... Ну нахуя? Блин, ну где хоть одна девочка, блядь? Привет. Ну, меня зовут Мадина. Как бы работаю много. Люблю отдыхать, смотреть фильмы. Больше о себе ничего не могу рассказать. Ура! Наконец-то, блядь! Женщина! А как мне написать ей? Ой, блядь, ебать мне написали тут. Нет. Хесус, блядь. Привет, меня зовут Польша. И я хотел бы с тобой познакомиться. Осуждаю, блядь. Привет, Мадина. Я очень рад, что наконец-то меня хоть кто-то... Бля, нет. Привет, Мадина. Я посмотрел свои 100 лайков и из этих 100 человек выбрал именно тебя, потому что меня твоя голосовая максимально заинтриговала. Мне стало очень интересно с тобой пообщаться. Вот. Так что давай как-нибудь заобщаемся. Я рэпер, делаю музыку, могу тебе зачитать что-нибудь.
Сука, позор, блядь. Здорово, начальник. Начальник, привет. Спасибо. Бля, я устал, пиздец. Пацаны, поторопись. Здесь хорошо, тепло и светло. Привет, а твое настоящее имя? Блять. Привет, слушай, на удивление, да, у меня есть немецкие нет. корни, я раньше жил здравствуйте, в Брест, нахуй, сука. Здравствуйте, Илья, это Ванда, администрация. Хотелось бы сказать, что мы прослушали ваши голосовые и хотели предложить вам вакансию в нашем приложении. Вы будете сжигать фейк-аккаунты? Могу. Слушай, на самом деле, блять. Слушай, честно, на самом деле нет. Это просто было поставлено. Да блять! Слушай, если честно, на самом деле, да, я понимаю, что это необычно для наших широт. Я просто раньше жил в Кёльне, я сам родом оттуда, у меня немецкие корни. Ну, вот, такие дела. Блять. О! Слушай, ну давай, я как бы рэп тоже слушаю, интересно, что ты зачитаешь. Давай, вперед. Блять. Слушай, если честно, на самом деле... Мне что, мне реально рэп зачитать? Блять. Лёш, какой у тебя пароль на телефоне? Подожди, тут можно переслать сообщение? Блять. Лёх! Какой у тебя пароль на телефоне? Ага. Спасибо. А мне как, нормально? Мне зачитать какой-то заготовочный текст или как? В смысле, зачитай нормально? А что, мне, типа, не фристайл? То есть, фристайл или заготовку? Да? А что можно зачитать нормально? Просто я могу на фристайле что-то, но просто у нее имя такое, блядь. Заготовку? А что можно зачитать? Лерон Барон, блядь. Я придумал, давайте просто включу, она же мой голос знает, просто включу на ютубе сейчас что-нибудь свое и все. Она же не поймет, что это, блядь, этот, что это, ну-ка. Ну. Она же не поймет, блядь, что это я. Ну, типа, ну, блядь, ну давай грузись. Просто почему я откликнулась именно на твою анкету, потому что у тебя имя именно Адольф, а самое смешное, что... У меня есть еврейские корни, поэтому я и откликнулась. Это на самом деле очень смешно и реально редко встретишь человека с таким именем. Ёб твою мать, блядь. Ой, блядь, что включить? Диснокорейку? Да, нормально. Нет, дистокорек хуйня. О, давайте, у тебя на сара огроменная, может, вот это? У тебя на сара огроменная. Где, блядь, это нахуй? Как он назывался, блядь? Дисножуро. О! Да, блядь. На коте, блядь. Yeah. Yo. У тебя на
косяра огроменная. Если бы я вдруг был тобой, я бы не был, бля. Вадя, ты покрасил свои волосы в желтое. Какой диктатор, нахуй? Это мой дис старый. Причем здесь флаг России? А я выхожу на стрим, как выхожу. А, блять, у меня там имя Илюха, блять. Не-не-не, отмена тогда заново, блять. Я же не Илюха, нихуя. Че тогда можно и... Блять! Лерон Барон? Блять, ну давайте. Это Лерон Барон! Сейчас, надо, блядь, где Улюша телега? Привет, Мадина. У меня как раз заготовлена печь к твоему приходу. Осуждаю! Еблан! Можно поболтать. Осуждаю, долбоёб ебаный! Осуждаю, блядь, дебил. Бля, какой пиздец. Разрабан, кстати. Так, а теперь внимание, актерочка. Вот это https 2. Сейчас, подожди. Короче, вот. Типа, сорян, если вдруг плохо слышно. У меня просто музыка очень громко фигачила, и поэтому, ну, из-за басов не слышно ничего, вот. Ну, как-то вот, типа, вот так. Я еще и сделал, как будто я запыхался, блядь. Бля, она реально сидит со мной в переписке и чекает. Так, а что за видос здесь? Включи и вот это, что там? Что это за хуйня, блядь? Ща. Мадина, привет! Мадина, привет! Ты че, ебанутый, что ли, блядь? Бля, какой же пиздец вообще. Это просто полная пизда, блядь. Это Лерон Барон! Так, ладно. Ой, блядь, я начал мышкой кликать. У Мадины по-любому шнабель огромный. Поэтому нужно было про носяру огроменную записывать. Что такие злые, блядь. Так, у меня за это время... Опа. Это что такое, блядь? Привет, красавчик. Привет, красавчик, надеюсь, мне твой очень понравился. Пошла нахуй. Полина. Привет, сладкий. Блять! Сиди нахуй. А я уже обрадовался, блять. Ебать от голосовых. Так, нормально, поехали. Без запреток, пожалуйста. Надел фокусник шляпу и исчез. Ебать, это тупо. Надел фокусник шляпу. Надел фокусник шляпу и исчез. Бля, пизда полная. Привет, меня зовут Аня, и я бы хотела вылизать твой хуй. Чё ты ржёшь там? Привет, меня зовут Аня, и я бы хотела вылизать твой хуй. Давай, лайк. Здорово, Вацок. Короче, мы тут это с паханчиком собрали. Да идите нахуй оба. Я слышала, что по диджейскую стойку нужно мини-ечить. В принципе, я готова. Очень нужна, реально. Под стол диджея мозги очень нужно менять, не представляете, очень сильно. Нет. Разбань поженик в чате с ксчуй. Мода, разбаньте, пожалуйста. Блять, просто сообщение пустое, блять. Это Лерон Барон! Томазелов, заява на первый сезон за... Иди нахуй. Ha ha ha.
кондом. Иди нахуй. Так, что там? Нет. А где эта девушка? Внимание. По городу вот Москва разгуливает педофил. Кличка осуждаю. Адольф выбирает в жертву исключительно мальчиков от 11 осуждаю. До 14.1 лет. Блять. На вид около 25 лет, приметы усы под носом, лысый. Рука всегда смотрит вперед. А где эта девочка, с которой я общался? Нет. Алла, ой, а это кто? Схуяли 23. Ебать, а это кто? Ладно, похуй, посмотри 5-секундное видео. А как звали эту? А, Мадина, да? А, во, Мадина. /shorts/fptfutpv2bki. Слушай, ты читаешь очень круто, ну, как бы реально. А еще я так поняла, что это запись, потому что такое ощущение, что это нет. Было там на микрофон нет. Записано, завертин, там, с компьютера или с телефона. Нет! Вот, но, в принципе, блин, прикольно. Да, блядь, Завертин, где нахуй? Спасибо. Я вообще очень тепло отношусь к различным творческим людям, независимо от того даже, что они читают рэп, потому что у нас в России бывает очень плохой рэп. Да. Вот, ну там, вообще творческие люди — это прям моя любовь, потому что я постоянно ими вдохновляюсь, они прям молодцы, умнички, и постоянно работают, совершенствуются и качают скиллы в том направлении, которое им нравится двигаться. Это круто, прям респект. Так что это, плюс секс, что ли? Так, хорошо, теперь учите меня, что мне надо сейчас говорить, чтобы был секс? Вот как правильно сказать? Я просто не знаю. Я в интернетах никогда не общался. Я вот в жизни всегда, типа, чикен, бекон, чикуля. И все. Чел, один чел пишет душновато. Бля, брат, извини, реально, искренне. Вот я не буду слать тебя нахуй, потому что я человек, ну, адекватный. Извини, пожалуйста, за то, что тебе некомфортно здесь. Извини, пожалуйста, прости. Реально, прости, что тебе некомфортно. Слушай, честно говоря, да, это была запись. Причем это запись самого худшего рэпа, который у меня есть. Ты трогал меня вчера за хуй. Просто... Мне всего 14. Сорян, извини, у меня просто почему-то микрофон не работал. Просто решил показать, но специально, знаешь, это как этот... Если тебе даже самый худший рэп более-менее нормально, ты адекватно его восприняла, значит, ну и хорошие песни, значит... Ну, нормально, должны понравиться. Вот. Слушай, ну я думаю, что у нас как-то получается что-то, походу. Какой позор, блядь. Девушка с еврейскими камнями. Какими камнями? Девушка с еврейскими корнями общается со мной. Подробностей не будет. Так, сколько у меня уже просмотров на моем ТикТоке охуенном? Что-то, наверное, многие позже пришли, сейчас я вам покажу его. 150 тысяч на этом говне! За 5 часов! Кстати, смотрите, мне там, я забыл показать. Мне Слава Слейв написал «хорош». Он мне написал «хорош». Чекайте. Мэн, это Squid Game. Чтобы быть 4, 5, 6, тут надо палить боба, как 007. Вокруг мыши, но забудь себя Брюс Уэйн. Им нужен твой фейс, чтобы забрать фейм. Я задаю грув, это SLM. Сыграем в игру, назови свой нейм. Давай. 150 тысяч на этой залупе за 5 часов, блядь. Ой, какой же пиздец, блядь. Бля, давайте потом просто пойдем тиктоки смотреть. Реально, давайте сейчас вот еще постим чуть-чуть в приложухе и пойдем просто тиктоки посмотрим. Ебать, удобно же, пиздец, с телефона. Блять. Так, что там, Мадина? Бля, у меня столько девушек ответили, мы будем всех слушать? Фан Адольфа. Бля, я тебе не верю. Вот Маша выглядит как настоящая. Осуждаю, блять, со своими песнями ебаные. Про, блядь, недры из Майнкрафта. Я с этой модификацией играл. Хуйня, кстати, полная. Так что не надо мне такую хуйню кидать. Так, ну-ка. Не понял, блядь. Блядь, это еблан или кто нахуй? Я помню. Большой. Я помню. Большой. Я... Ладно, лайк. Сука, громко. Блять, так, Мадина ответила, да?
Слушай, а может тогда скинешь свой самый последний, самый хороший рэп? И, может, это прям вообще бомба какая-нибудь, какой-нибудь классный прям трек, который качает. Лёха, какой пароль? Ага. Спасибо. Так, может, трактор ей включить? Бля, какой-то трек реально охуенный. А чё ей включить? Я помню. Бля, может, я помню песню больше, может, она его слышала где-то? На чиле? Ну, давайте. Ну, вот так, короче. Ща. Есть идея просто. Сейчас. Есть идея, ща. Мазала, привет. Хочу сказать, что ты лучший стример. Всегда поднимаешь настроение. Чат, вы лучшие. И да, я ебал твою сестру. Осуждаю, блядь, долбоёб. Чекай вот это еще, я считаю, что это самый, типа, прикольный мой трек. Нет. Спасибо. Мы же, как и договаривались, сегодня в 00.00 в гей-клубе. Блять, наверное, так всрато через голосовую звучит пиздец. Чекал? Нет. Можно, Аленчик, спасибо. Бля, ебать, он срат, это пиздец какой-то. Нормально, все, заценил ей два трека. Так, что там еще у нас в наших лайков? Закинь оттепель. Не, не буду ей серьезные треки закидывать свои. Закинь обойдется. Оттепель ради меня, ПЖ. Не-не, не буду, не буду. Серьезные треки я кидать не буду, в пизду. Серьезные треки для нас. Ей такое слушать нельзя. Бля, 0.12, что это за хуйня? Блять, иди нахуй! Идут стол уже. Осуждаю, блять. Фокусник снял шляпу и появился. Блять. Потом забежу, что-то, а то я только что проснулась. Чего, блять? Блять, что за хуйня? Позови ее в ДС. Ну, можно. Не могу расслышать текст, если он там есть. Есть. Может, Дискорд? Бля, Дискорд это пиздец. Внимание! Под диджейскую минечицу срочно требуется минечица. Бля, ебанутый, сука. Ой, бля, какой пиздец. Так, что-то написала. Можно, почему нет, мне свой скинуть? Да. Так, короче, я, чтобы вы не видели ее дискорд. Блядь, мы сейчас в дискорд с ней пойдем, блядь. Алло, алло. Блядь, Мазелов, ты понимаешь нахуй, что ты сейчас просто, блядь, жизнь испортишь? Она, наверное, искала, блядь, алло? Свою судьбу. Алло, да? Ну, не знаю. О, вот, все. У меня могут быть проблемы некоторые с интернетом. Угу. Вот, поэтому, если что, извиняюсь. Да, в целом, ничего страшного. Слушай, а можно вопрос сразу? А ты вообще часто, типа, ну, знакомишься с кем-то в этой приложухе? Я просто первый раз я вообще скажу. Честно, я ее прям буквально пару дней назад увидела, и у меня не было ни с кем так-то такого сильного общения, просто прикинула словами и все. Ну, типа, у меня на аватарке стоит мужик просто со стоковой картинкой, как бы, ну, и все. Понял. А ты реально меня добавила только из-за того, что у меня имя Адольф?
Ну, это иронично. Это, ну, серьезно, типа, сама ирония в том, что я, как бы, Да-да-да, я понял. А так-то нет. Вот я первый раз с кем-то так заобщалась. Вот и все. Понял. А тебе сколько лет? Ну, мне 18, если честно, и 21, вот, и так что это я так, чисто завысила. А, 21 у тебя в профиле, да? Там, знаешь, могут попасть. Да-да, так мне 18. Ну, типа, понял. Я не учусь пока что, я только работаю. А кем? Нафиг это школа. Слушай, я на складе коробки таскаю, вещи собираю, вот. Такая чисто мужская работа, но мне как-то нормально пока что. На первое время, чтобы получить какой-либо опыт, потом уже дальше буду думать, куда поступать. Ну, это правильно. А ты, то есть, школу закончила и все, и ну, и паузу взяла? Я 11 классов как бы закончила, вот. Ты закончила 11 и пошла работать на склад? Илья, да. Понял. И в ну, в принципе, неплохо. Чисто для опыта нормально. Ты опять будешь без секса. Блин, всю ну, жизнь ебал, слушай, у тебя прям такая дедмсайдовская аватарка. Да-да-да, ну, что есть, то есть. Ну, это просто, типа, я аниме смотрю. Ну, мне аниме нравится, поэтому я и поставил. А, серьезно? Ну, да. А тебе не нравится аниме? Просто я... Ну, слушай, я раньше смотрела прям где-то до 15-16 лет, потом забросила, потому что времени не было. Я в основном училась, либо подрабатывала где-то, поэтому сейчас уже как-то паузу такую взяла. Паузу от аниме, в смысле? Ну да, у меня времени нет, я больше там на Ютубе залипаю. Как-то там смотрю разные познавательные ролики, так скажем. Иногда мемы смотрю, ну вот. Понял. А ты вообще чем, кроме рэпа, занимаешься, чем еще увлекаешься, кроме аниме? Я сейчас, ну, не в университете учусь, на экономиста. Угу. На третьем курсе. Ну и все, типа, пишу рэп. Аниме. Ну, типа, да, смотрю аниме в свободное время, и все. Понятненько. Вот то, что ты мне скинул, пародия на Чили там, ну, я не знаю, это пародия или что, как это называть правильно? Ну, чисто так, да, для прикола сделал. Слушай, она реально очень классная, ты можешь мне скинуть ссылку на YouTube? Да, мне прям реально очень понравилось, прям круто. Во-первых, поржать, я люблю иногда такое слушать. Нет на YouTube. А, нет, да. У меня только раз сейчас, подожди секунду, я не слышу, сейчас, секундочку, у меня что-то с интернетом. Бля, да что за хуйня? Алло? Алло, да. Да-да, все слышу, у меня просто с интернетом проблемы были. Вот, ты можешь что-то потом... можешь потом либо через Discord отправить, ну, аудиофайл, если получится. Да-да-да, хорошо, я тебе скину. Ой, спасибо тебе большое, прям. А что, реально прикольно? Да, мне понравилось. Блин, серьезно, спасибо. Это звучит очень классно и сведено очень хорошо. То есть это, знаешь, не тот трек, от которого хочется, так скажем, ну, не из ушей не идет кровь, вот. Извините, то есть, немного... Ну, слушай, я понял, слушабельно, да? А? То есть слушабельно, да? Ну, я очень много музыки слушаю, в принципе, я меломан. Кроме, ну, я только попсу особо не очень люблю, а так я рок люблю, нет. Рэп, экспериментальный хип-хоп тоже мне очень нравится, то есть я прям по-разному. А из рэпа ты что слушаешь, кого в основном? Ну, новую школу особо не слушаю, вот то, что сейчас там Уджи Буда, вот Soda Love, да, это вся история. Из рэпа, сейчас, секундочку, я скажу. А хип-хап там каком-нибудь? Хип-хап, мне вот, кстати, из нашего рэпа что нравится, Скриптонит. Хаски. И Хаски вообще топ. Да, я прям обожаю. Я не знаю, это прям моя любовь какая-то, но у меня так и не получилось попасть на один из его концертов, потому что со мной никто не хотел идти. Почему? Ну, не знаю. Типа вот. Не слушают такое же? Ну, вот у меня, например, лучшая подружка, она, ну, такое вообще не любит. Вот. Еще Многознала очень люблю, мне прям он очень нравится. Да. Очень классный чувак. Могу иногда шансончик послушать. Ну, шансон, да, шансон еще топчик. За счет того, что у меня на работе любят включать русское радио, там, соответственно, играет едет к ней в кроватку лежать, чел, ты потеряешь ее, алло. Вот.
пенис, кидай в директ. Вообще, максимально у меня разные вкусы в музыке, то есть я могу реально там слушать что угодно, ну, кроме попсы, соответственно, потому что, ну, попса, извини меня, там поют все только про любовь, долбоёб, и больше это ничего. Пацан, долбоёб, это пацан. Больше никакого смысла нет. Ну, по факту так и есть, да. Слушай, а ты слушаешь, типа, ДК, там, каких-нибудь таких? Да, или... я раньше, я за ДК раньше очень следила прям. Я помню, у него даже какое-то время выходил шоу Данил Какашин. Спроси, не знаю. Да-да-да, помню, интервью он там брал. Вот стримеров, я за стримерами особо не слежу. Приходил Братишкинов, я помню. Да, вот, да, по-моему, да. Владимир его зовут. Да. Это вот, и треки я раньше прям, его, знаешь, пародии там на эту Милену Чижову. Да-да-да, это вообще топчик, да. Это моё любимое. Да, Согл. Это прям это очень классно. А ты, я так понял, что ты вообще, типа, шаришь вообще за все, то есть и за стримеров, и за блогеров? Ну, за стримеров особо не шарю как-то. Ну, мне тоже не очень нравится, типа, не хочется время тратить на, ну, знаешь, сидеть, смотреть, впадло не, просто. Не, знаешь, иногда по вечерам приятно там засесть, за компом что-нибудь поделать, там, на фон включить стрим какой-нибудь, это реально классно, но у меня на это времени просто нету, я в основном с работы возвращаюсь там к 9-10 вечера, а сегодня... Подожди, сейчас, секунду, подожди, у меня пропадает, сейчас. Алло, 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 слышишь? Да-да, слышу. Давай, у меня просто с Wi-Fi проблемы какие-то. Ну, короче, в общем, прям иногда приятно вечерком засесть, когда есть свободное время, включить на фон там стрим какой-нибудь, и под него что-либо делать, это прям приятно. Вот. Согласен, да. Периодически. Нет. Ну, я вообще, секс честно, трахать, я так не делаю. Секс трахать, потому что трахать, я, ну, мне просто, секс не знаю, я лучше аниме посмотрю, чем кого-то стримера. Потому что, ну, знаешь, типа, там кто-то стримит, допустим, три часа, у него там смешной момент будет один раз. Ну, то есть, впадло просто время тратить. Я, ну, не знаю, я тут, наверное, с тобой не соглашусь, потому что... Ну, я не знаю, просто я кого не смотрел, типа, я посмотрел Братишкина, Ломаку, Гаечку. Это единственное, кого я смотрел. И, типа, ну, вообще ничего интересного. Ну, не знаю. Я просто, там, видела пару смешных моментов, что залюбила в Ютубе, когда они мне в рекомендации попадались. Ну, вроде ребята забавные, как бы, и там есть над чем посмеяться. Но, не знаю, я как-то... Ну, это только если над ними. Не знаю, как-то не одобряю. Разные же люди бывают. Кому-то такой контент, например, не нравится. Все ж по-разному бывает. Ну да. Я просто как-то к аниме охладела. Сейчас, ну, что-то не очень интересно. Уже, наверное, переросла, можно сказать. Вот. Ну, я не знаю. Мне нравится аниме. Не считаю, что это нужно перерасти или еще что-то. Мне нравится. Ну, это хорошо. Комфортно. Еще что-нибудь о себе расскажешь? Нет. Если у тебя есть время, конечно. Дима, скинь шутку, пожалуйста. Да, в принципе, я не знаю ничего. Да не знаю, я не особо люблю о себе что-то много рассказывать. Ну? Ну, типа, в целом, я ничего больше и не делаю, то есть я дома сижу в основном. А, у тебя сейчас дистанционное обучение, как я поняла. Нет. Да, прям сейчас. Мазил, ну, сейчас все красава. Переходят на дистанционку. Ну, скоро закроются. Ты же из Москвы, правильно я поняла? Да, а ты откуда знаешь? Ну, просто предположила. Это самое первое, что приходит в голову. Просто сейчас тоже в Москве сейчас начали же сажать всех на дистанционку. У меня половина знакомых старых на дистанционке сидит. Поэтому просто предположение. А ты сама откуда? Я сама из Москвы. А, ну то есть, ну, ладно. Еще, может, что-нибудь спросишь, или... Я просто не знаю, такое неловкое молчание. Поэтому... Да-да, я просто сижу, думаю, да я сам никогда просто так не общался, знаешь, и поэтому сижу, чисто залипаю, думаю. Мне просто в Дискорд было... Мне было интересно в Дискорд позвать, потому что мне там, ну, никто не отвечал в целом, и я подумал, что это просто фейк какой-то. Фейк? Да. Просто какой-то фейк. Понятненько. Ну... Ты убедился, что я не фейк? Да, есть такое дело. Ну, так, ну что еще можно сказать? Я больше не знаю, что еще можно сказать. Ну, сейчас зайду на твой аккаунт. А тебя реально так зовут? Мадина? Не, моё, ну, типа, знаешь, я просто как-то стараюсь примерно там в таких соцсетях, как знакомства и так далее, особо не афишировать, а так меня Лера зовут.
Лера? Лера, да. Ну, Валерия. Блин, слушай, знаешь, Мадина — это так-то мусульманское имя, и очень странно, если бы оно было еврейское. Ну, нет, ну, ты же не выбираешь, какое тебе родители имя дадут, правильно? Ну, правильно. Ну, а так меня Лера зовут. Нет. Это если я так просто, знаешь... Если ты её не трахнешь, то я тебя трахну вместе с ней. Обезопаситься. А у тебя фотка не твоя стоит? У тебя там мужчина какой-то вообще. Да, я же говорю, это просто стоковая картинка, и все. Ну, а у тебя твоя же фотка так стоит, я поняла, да? Там, в приложении. Да у меня тоже, типа, фотка одного, ну, дебила одного стоит. Ну ладно. Надеюсь, этот человек не сильно обидится, если ты назовешь его дебилом. Да нет, нет, это мой кореш, мы угораем всё. А, ну все, все. Тогда хорошо. Ну ладно, в любом случае, ты классный чувак, прям, ну, в плане рэпа, ну, сейчас ты меня загинешь в фуловую аудио, как я поняла, пародия на Чили, вот, и я прям, мне прям очень зашло, если у тебя есть какие-нибудь еще треки, накидай, прям, будет прикольно послушать, приятно. Хорошо, я могу. Ой, классно. Ну, ты прям такой приятный чел. Спасибо большое. Я не ожидала, что я с кем-либо познакомлюсь через этот сайт. Ну, это, честно, вообще, это приложение, ну, это полный бред, потому что я сидел сейчас, смотрел, нет. И там какие-то 30-летние женщины, которые очень невнятно и очень непонятно говорят. Никого не хочу просто оскорблять, но, знаешь, это там люди, которые живут, ну, женщины, которые там живут не в Москве, как говорится, Москва и Санкт-Петербург, а все остальное — это уже Россия. Поэтому, ну, разные ситуации бывают у людей, из-за этого они так и говорят невнятно. Слушай, ну ладно, я пойду аниме тогда посмотрю, если что, тебе напишу потом еще. Хорошо, если что, пиши. Удачного просмотра. Пока. Утканулась, блядь, утканулась, это утка. Это точно? Ну, блядь, она знает, нахуй. Ну, слышно было, что знает, блядь. Утканулась. Это утка, блядь. Слышно было, что знает. Там сразу было понятно, что знает, блядь.